Здравствуйте, девочки! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня хочу вам показать одну посылочку, которую я получила от компании Mlov. В таком вот, ну, сначала была коробочка, конечно же, по почте. И внутри была вот такая вот сумочка, довольно-таки оригинальная. Вообще люблю вот подобного цвета такие вот упаковочки. Очень мне нравится, когда мне самой дарят вот именно в таких. То есть очень, не знаю, красивая сумочка, наверное, да? Так, и содержимое покажу. Первое, что мне попадается, это вот такое вот косметическое масло. Кокосовое масло. Давно хотела попробовать, и вот мне была возможность, тестировала. Так, она довольно-таки плотная. Я не поняла, для чего вот эта помпа. Потому что выдавить ее невозможно. То есть я сделала, конечно, проще. Вообще написано, чтобы разогреть. Масло косметического кокоса предназначено для ухода за нормальной сухой кожей лица и тела. Успокаивает и смягчает кожу после загара. Так, препятствует негативному воздействию ультрафиолета на клетки кожи. Не содержит консервантов. Так, ну, все, наверное, знают, что у кокосового масла очень большая область применения. Насчет загара я буду, конечно, пользоваться это, когда уже будет солнышко. Сейчас пока нет такой возможности. И я тестировала, наносила просто это масло на волосы. Разогрела под струей горячей воды. Она быстро довольно-таки разогревается. Вытащила вот эту помпу. И выдавливала, благо вот эта вот она пластмассовая, пластиковая, то есть она хорошо выдавливается, когда разогревается. И наносила просто по всем волосам, начиная от кончиков, на кожу головы старалась не попадать. И одела шапочку и держала, ну, где-то часа два, наверное, то есть у меня было время свободное, и поэтому я ходила в таком виде. И после этого спокойно смыла обычным шампунем и нанесла бальзам. Что могу сказать об ощущениях? Вообще я читала, что если масло некачественное, то оно практически плохо смывается. Я не знаю, вы согласны с этим мнением, напишите мне, пожалуйста. Но очень хорошо смылось, не даже буквально с первого раза, после того, как я нанесла и вспенила шампунь, буквально сразу все смылось, и ничего такого жирного, ничего там висючего, ничего тянущегося не осталось. Мне показалось, конечно, после двух раз применения, может быть, даже и непонятно, мне показалось, что волосы на самом деле ожили. Заискрились, заблестели, то есть им понравилось, моим волосам, скажу сразу, понравилось это масло. Сейчас буду пробовать для лица. Вообще есть такая масочка, кокосовое масло и витамин Е. Это нужно сделать на водяной бане такой кремчик, растопить масло и пустить туда несколько капель этого витамина и наносить на область глаз перед тем, как вы ложитесь спать. Ну, конечно, не совсем перед, то есть нужно какое-то время походить, чтобы впиталось, и если есть излишки, конечно же, убрать, потому что эти излишки дадут припухлости и хорошо убирает ранние морщинки, убирает темные круги под глазами. Вот хочу попробовать, я протестирую какое-то время и потом вам покажу, конечно же, результат. Так, также очень удобно им делать массаж. Массаж тоже пока не пробовала, но буду пробовать. Очень рада, что оно у меня появилось в моей коллекции. Буду пробовать, буду тестировать. Буду вам, конечно же, девочки, если будет какой-то результат, если будет что-то интересное, буду вам показывать. Так, следующий продукт, который был здесь, в этой упаковочке, это шампунь. Шампунь для окрашенных волос. Я его выбирала сама, так как у меня окрашенные. Протеин люпина и сычуанский любисток. Когда он только пришел, у меня была моя сестра, я ей дала помыть волосы после того, как после стрижки. Она вышла и говорит: я ничего не поняла, он не мылится.
Так, я тоже сначала ничего не поняла, но потом, прочитав упаковку, я поняла. 100% ингредиенты натурального происхождения. Понятно, наверное, да, девочки, вы, наверное, все знаете, что натуральные шампуни, в которых нет там, которых нету лаурилов, сульфатов, натрия, парабенов, они практически не мылятся. Но за счет того, что там все натуральное, что нет сульфатов, конечно, они не мылятся, да, понятно. И поэтому нужно приспособиться, но шампунь очень... У меня подруга есть, которая обожает такие шампуни, и она давным-давно покупает только именно такие, без парабена, без всего. И я ее спросила, как она пользуется, она говорит, к ним нужно приспособиться. Да, на самом деле я уже, конечно, приспособилась. Тушь также мою 2 раза, он такой вот прозрачный, запах такой травянистый, немножко травянистый, составчик. Состав не буду разбирать, потому что для меня это темный лес. Вообще написано, что деликатно очищает волосы и кожу головы без пересушивания и раздражения. Конечно, какое может быть раздражение, если там нет вот агрессивных вот этих химических веществ. И вообще оно мылится за счет... Тут есть такое вот средство, которое... Типа, в детстве я помню, что мы мылили руки какой-то травкой. Девочки, если помните, напишите мне, пожалуйста. Она до сих пор, по-моему, где-то растет. Так, способ... Нанесите шампунь, вспеньте. Ну, пены как таковой практически нет. Я также мою 2 раза, но я к нему приспособилась. Мне он нравится. На самом деле волосы очень и очень мягкие. И вначале мне казалось, что он не промывает. На самом деле он очень даже неплохо промывает волосы. Мне понравился. Я вот тоже думаю, что я скоро подсяду на натуральные шампуни. Вот приглядитесь, девочки, от компании Мылов. Вот такой вот шампунь. У них, по-моему, все шампуни такие. Я остальные не пробовала, но вот поэтому я сужу, что он очень даже неплохой. И очень удобная помпа. И также в моей упаковочке было еще вот такое вот мыло. Правда, я им еще не пользовалась. И вообще я давно обращала внимание на мыло ручной работы. Но как-то у меня не было возможности купить и попробовать. Это у меня мыло белая глина с эфирным маслом ромашки. Вот тут составчик есть, вот такое довольно-таки симпатичное. Но, девочки, вы, наверное, знаете, что у меня сухая кожа. И я мыло использую только для того, чтобы помыть руки. Или там что-то такое небольшое простирнуть. И поэтому мне, например, вот это вот мыло жалко использовать для стирки или там для мытья рук. И поэтому это будет прекраснейший подарок там кому-нибудь, да? Но на самом деле оно же очень красиво выглядит. Такие вот голубые такие вставочки. И вот у кого на самом деле жирная кожа, и кто пользуется мылом. Но вообще вот это масло ромашки, эфирное масло ромашки, это прекраснейшее средство для увлажнения, для мытья кожи. То есть, ну, наверное, все знают про ромашку вообще. И к тому же тут белая глина прекрасно удаляет, должно удалять и какие-то высыпания на коже, подсушивать это все. Часто я слышала, что белая глина очень хорошо убирает высыпание, типа акне, ну вот что-то такое подобное. И поэтому я думаю, что это прекраснейший подарок. Так что попробовала я, была очень довольна этой посылочкой. Советую вам тоже присмотреться к компании Мылов. Довольно-таки интересные продукты. Хотела бы я, конечно, у них попробовать. И еще средства для ванны у них есть такие вот. Тоже, думаю, надо приглядеться. Так что всем, девочки, спасибо за внимание. Напишите мне, пожалуйста, пробовали вы эти продукты. И что вам понравилось, что не понравилось, чтобы мне быть в курсе при следующем, например, заказе. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.